Добрый день, меня зовут Сулаканджи Сингх, я из Индии и приехал в Крыму 5 лет назад. Я учу в Симферополе, и Крым больше нравится мне, природу, есть горы, море, город есть красивый, Севастополь, Ялта, Евпатория, и люди хорошие, они уважаются, иностранных студенты, и еще можно сказать, ну все хорошо. Я чувствую, что Крым территория позитива по всему миру.